следующую среду тоже встречаемся. Да. Правильно, потому что... Так же самое, смотрите, так же самое опять. Пульс позвоночника. Это нога длиннее. Спасибо, Иисус, за то, что ты исцеляешь. Можно попробовать? Тоже. Прямо сейчас. Левая нога, тянись, 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 тянись. Ага, еще больше, еще быстрее. Еще быстрее. Еще быстрее. Левая нога, еще быстрее. Еще больше тянись. Левая нога, еще больше тянись. Левая нога, еще больше расти. Еще больше расти. Еще больше расти. Посмотрите на ноги. Что сейчас произошло? Левая нога, еще больше расти. Еще больше расти. Еще больше. Вот эта нога была длиннее. Какая, правая? Правая была длиннее левой. Сейчас левая. Насколько? Да, нормально. Ноги встаньте, выровняйте. Прямо сейчас. Правая нога, вытягивайте до левой. Ой, чудо. А как это будет? Женечка, учись на следующем. Ну, Максим. Так я, значит, тоже, да. Тоже здесь. Ну, Максим. Это не Максим, это Господь. Видели чудо, как происходит? Вот нога вот настолько выросла. Потом опять опустилась. Вот так действует сила Божья. А у меня эта нога тоньше, а эта толще. Люба, вы можете пройтись? Мы будем вас обучать. Следующий раз. Как вы себя чувствуете? В крестцовой области, да? Там легче стало? Не болит? Ну-ка сюда, ко мне. Тоже ноги моя одинаковые левая нога толще, правая. Ну, ноги одинаковые.